Дорогой ночной клуб, ведущее мероприятие, известная столичная актриса. Малыш, а я? Так город и жест. Праздник слегка испортили оперативники, пришедшие без приглашений. Актриса Эвелина Блёданс ту вечеринку хорошо помнит. Кто-то снял это! Это же Ижевск, маски-шоу! О, какие лица, боже мой! Для каких людей нам приходится иногда работать? Мама, мама, мама! По словам Эвелины, публика в зале сразу показалась ей необычной. Но лишних вопросов она решила не задавать. Ну, увидели мы оружие, а что делать? Ну, а я сюда приехала не для того, чтобы меня подстрелили. Узнав биографию юбиляра, актриса расстроилась. Ах, какой был мужчина. Да, кстати, я помню, хороший кино.